Ирочка, ты сейчас была в игре Путина моих ограничивающих установок в финансовой сфере. Скажи, пожалуйста, каким запросом ты начала играть? Я поставила себе запрос «Мои поэтапные шаги в развитии всех даров от Вселенной». Ух ты, как здорово! И ты поняла как-то в процессе игры, к чему ты должна прийти? Или какие дары у тебя уже есть, может быть, или будут? Я там нашла и обнаружила ограничивающую для себя установку. Славу надо заслужить, надо много трудиться, надо много учиться, много знать. И... То есть, чтобы быть знаменитым, надо много работать, да? Да. Все правильно. А ты поняла, откуда у тебя пошла эта установка? Эта установка пошла из детства, когда я боялась темноты. Мои родители мне говорили, я просила родителей оставить свет. Вот в комнате включен, так как боялась темноты, мне говорили то, что свет стоит денег, это надо заслужить, это надо работать. Вот оно как, то есть это экономия, да, на свете, и у тебя это отпечаталось за то, что как раз... Что надо заслужить для того, чтобы получить признание, для того, чтобы что-то вообще, либо не только знание, но и вообще и славу, и другие какие-то... Ну, короче, все надо заслужить. Да. Кропотливым трудом, да, так как мои родители работали очень на физическом труде, я видела, как они уставали. Я поняла это в детском возрасте, и это подходит. Вообще отлично. И ты увидела, какие шаги тебе нужно сделать, чтобы как раз выйти от этой установки, освободиться? На своем жизненном опыте, пройдя интересный этап своей жизни и... Пройдя многие уроки, мне просто сказали, расслабься, получи удовольствие. Расслабься, у тебя то все уже есть. Просто нужно расслабиться, все есть, идешь правильно, все. Да, просто все те уроки, которые я прошла, вот, мне сказали, то, что насколько тебе уже можно, может хватит, может уже все-таки поживем, потанцуем, порадуемся. Спокойно, да? Да, уже все. Карты вообще как тебе нравятся? Карты, да. Я вот, кстати, эту вот карту вот мне помогли эту установку и выявить, потому что я о ней даже и не предполагала, что она у меня есть. Установка действительно классная. То есть вот так вот внутренние, да, детские какие-то программы, которые в детстве нам да? просто запрограммировали, вот так получается влияет на всю жизнь. О которых, да, ты думаешь, ты уже многое проработал, и мною это отношения проработал, и ты это себя прорабатывал много раз. И вот на эту установку я бы даже не вышла бы, потому что мне даже и в голову бы не пришло, что она у меня есть. Вот так. Карты тебе показали, да? Да. Ну, вообще здорово. Ну, я тебя поздравляю. Благодарю. Придёшь еще? Было здорово, конечно, приду. Всего, до встречи.